Так, на наблюдение то, что стали раколовки. Вот. Видим. Да, да. Ну, видно стало. Высота особо нет. Мы нормальные? Нет. Каждый сам считает. Да. Вот он. Это гибрид? Гибрид. Дай. Подожди, сейчас это минут. Не, у меня же специально. Место происшествия изъят автомобиль марки ВАЗ-21099, две капроновые сети 50 и 20 метров, две резиновые лодки из ПВХ. По факту незаконной добычи водных биологических ресурсов возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации. Злоумышленники задержаны. Работа в данном направлении продолжается и находится на постоянном контроле у руководства министерства.